Доброе утро, друзья. Сейчас чайку маленечко выпью. Горяченького. Да надо обед готовить. Сегодня гуляш хочу сделать с пюре картофельным. Мяско у меня порезанное. Лучок порежу. И достала помидорки замороженные. Это помидоры у меня, видите, тут даже две черики. С Нового года еще. Покупала на Новый год еще. Но у меня и так есть с лета. Вот эти надо использовать. Это магазинская. Вот. И натру. Натру их. Морковь не люблю я как-то гуляш. Не делаю. Делаю иногда. Тушу, вот когда бывает это там какое-нибудь мясо. Но режу мелкими кубиками. Вот так больше нравится мне. Я больше морковь тру в суп, в борщ. А так я везде стараюсь резать. Прямо сажусь, меленько режу. Ой, да, горяченького чайку. Конечно, остыл уже. Ну, ладно. Такого попьем. А я сейчас начищу картошечки. У меня вчера дочь была. Я говорю, выбирай крупную, чтобы это. А мне что? У меня есть время. Я любую почищу. Я помню, как-то один год вообще такая мелкая была картошка. Больно крупной не было. И ничего, сижу и чищу. Что теперь? Нам на пюре с дедушкой немного надо. Миша, сейчас ему картошку как бы. Он так-то любит у меня. Но не ест сейчас. Как бы нельзя. По его этому меню. Вот что хочу рассказать. Он же вступил у меня в комсомол. Вот ему будет 15 лет. Здесь в субботу. Время 8 часов. Но он заводит свой будильник на телефоне. Встает. Ну, он мне пишет ВКонтакте. Там, если что, бабушка, разбуди это в 7 или там в 6. Представляете, 8 часов утра. Я говорю, ты куда? Мы с ребятами идем это чистить от снега памятник. Памятник у нас там, в общем, как бы сказать, ну, героям Великой Отечественной войны, Гражданской войны у нас есть памятники, парки есть. Я вот не знаю, конечно, как-то бы сфотографировать. Ему в школу безопасности, он как юноармеец, вот, и он в 8 утра ушел, пришел он часа в 2, я уже забеспокоилась, главное, звоню, не отвечает, я забеспокоилась. Потом пришел, когда говорю, Миша, ты не отключай так телефон, звук-то. Я говорю, бабушка же беспокоится, все равно я знаю, во сколько он приходит обычно. И это. В общем, они там с ребятами все от снега вычистили. Вот как-то, я не знаю, если у меня получится, я вам эту фотографию вставлю в конце видео. Потом у нас есть приют для бездомных собак. Они там все вычистили. Пишут, благодарность им пишут. Пишут, ой, как собачки, говорит, рады были. В общем, вот такие добрые дела делают. Молодцы, ребята, молодцы. Я прямо вообще рада. Вот и это. Если получится, да, я эту фотографию постараюсь. Я больно не умею тоже. Это надо все, тоже ведь прошу Мишу. Это еще что хочу сказать. Всем хочу сказать огромное спасибо, что заходите ко мне, что смотрите меня. Спасибо за комментарии. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Ну, очень много слов благодарности. Большое-большое спасибо. И, конечно же, я желаю
крепкого-прикрепкого здоровья вам и вашим близким. Это самое главное в жизни, чтобы все были здоровы. Берегите себя, берегите. Сейчас такое тяжелое время. Вот, и картошечку начистила. А сейчас что? Я ее промою в холодной воде, отставлю и будем делать гуляшек. Вот так вот. Сейчас лучок порежем. Ставим мяско обжаривать. Пишите, что вы готовите. Как вы гуляш делаете? Напишите. Очень интересно. Я, как бы сказать, как сказать правильно, по-своему, по-простому, по-домашнему. Все как есть, так и показываю. Лучок порезали, мясо порезали. Так, вот смотрите, помидорки. Я их замороженные водичкой обдала, тепленькой. Вот, кожица прекрасно снимается. Я сейчас это вычищу, кожицу. Еще немножко это замороженное. Ничего страшного, они отойдут еще у меня пока. Можно даже и с кожицей. Ну, как с кожицей, это я имею в виду. Я, бывает, свежие, когда пополам разрезаю и натираю. И прекрасно трется. В магазине, конечно, овощи дорогущие вообще. Я не знаю, пенсию получу, хочу купить с пенсии, со своей получки. Хочу купить помидор. Это азербайджанские. Вот. Мне кажется, они самые, наверное, вкусные сейчас. Или черики. Хотя черики тоже не вкусные стали. Вот, вычистила сейчас. Маслице нальем, пусть разогреется хорошо. В сковородке сделаю, а потом переложу в кастрюльку. Мне в ней удобно готовить, нравится. Сейчас пусть разогревается хорошенечко. Ну-ка. Ну все, зашипело. Зашипела. И на сильном огне буду обжаривать. Ни соли, ничего сейчас я не добавляю. Все, пусть обжаривается прямо хорошо. Вот. Вот. Я вот не люблю эту лопатку. Не знаю. Надо мне посмотреть другую деревянную. Или силиконовую. У меня есть силиконовая. Вот. Ну что это? Только начинаешь ей работать, она отлетает. Все, пусть жарится, пока у нас есть. Сок здесь не вытопить, не испарится. А потом уже закинем лучок, перчик и томатики натрем и так далее. Все, пусть жарится. Пусть жарится. Так, а я сейчас хочу. Так, видно, нет там. Ага. Я сейчас хочу сухарики сюда выложить. И вот
конфеты не ложу. У меня есть конфеты-то, не ложу. Потому что Мише нельзя, а он на них соблазняется. Все равно ребенок. И сухари. Вкусные сухарики. У меня все их любят. На сухарики пусть соблазняется. Все равно, конечно, ребенок есть ребенок. Но не лезла бабушка. Ну, так. Вот так. Да ведь с чаем. С чаем сухарики будем пить. Вот здесь кувшин. Я наливаю из-под крана холодной воды с вечера, и она отстаивается. И вот я, например, Миша, мы пьем такую воду. Вот. Как говорят, кипяченая вода мертвая, с нее толку нету. Я, конечно, не знаю, прилично нет говорить это, но в принципе, это все естественное. Она помогает. Помогает, вот у кого со стулом это плохо. Это я на себе проверила. Я без таблеток, как говорится, никуда была. Каждый день, через день я пила таблетки. Вот. Потом, ну что, все равно в интернете что-то читаешь, с кем-то советуешься. И мне сказали больше пить воды и не кипяченую. И вы знаете, я направила работу, свою работу кишечника. Вот. И воду пить желательно, например, стакан воды. Вот утром встал, сразу выпиваешь стакан воды. Перед обедом за полчаса, перед ужином за полчаса стакан воды обязательно. Ну и в течение дня прямо побольше пить воды. И вот я на себе проверила, это все сработало. Так что вот, друзья, может кому-то мой совет пригодится. Ну, я думаю, что достаточно. Нормально. Сейчас я выпью сюда. И кипяток немножечко тоже отдаст свой вкус. Посолим. Все по вкусу делайте. Вы свой вкус знаете. Потом попробуем. Не хватит. Оп, добавим. Перчик молотый нужно кушать. Он очень полезный. Вот я щепотку беру всегда, и все. Моя норма. Все размешали. Сейчас будем помидоры натирать. То, что жарится. У меня сковородка большая, я огонь не убавляю. На такую сковородку много надо, как говорят, жара. Так, и сейчас. Натрем. Сейчас натрем помидорки. Вот так. Видно будет? А такие останутся. Можно порезать, а можно выпить бочки. Но я стараюсь ничего не выкидывать, ребята. Сейчас выкидывать, раскидываться нельзя. Все, истерлось. Вон, прекрасно. Будет замечательный у нас соус. Ой. И в конце добавлю свои сухие приправочки, которые я сама делала. Я потом у Миши спрошу,
как это делается. Скину, чтобы вам ссылочку. Очень вкусная приправка, замечательная. Она у меня идет везде, в любое блюдо. Я всем своим девчонкам дала. У меня внучка старшая учится в Перми. Она пришла, тогда попробовала. Ой, бабушка, дай. Готовит-то сама тоже уже. Ну вот, все это мы помоем потом. Ждем, когда наша пассеровочка, мясо с лучком. Давай смотрим, что у нас здесь. Так, 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 так. Видно? Машинку включила, стирку. Ой, вчера хороший такой день был. Прямо замечательно. Все, друзья, сейчас я сюда помидорчики. Бабах. Бабах. Любите свои приправки? Все добавляйте, какие любите. Мне Миша любит, но, во-первых, он гуляшки с ним будет, а во-вторых, дедушка у меня вообще не любит. Не любит. Сейчас я еще, даже красноты-то нету. Я сейчас посмотрю, что у меня еще в холодильнике из своих заготовочек есть. Вот здесь у меня как, ну, типа сока. А он же из своих помидор-то густущий. Вон что. Вот сюда. Баночку освободим. Сейчас немножечко дадим вот прокипеть и будем наливать водичку. И будет у нас мясо наше тушиться. Вот так. Ну и все. Сейчас я добавлю водички из чайника. Так. Мы сейчас попробуем. Так, наверное, еще надо немножечко, чтобы подливчика побольше было. Сейчас я еще добавлю. Попробуем на соль. Вот так вот. А в конце я разведу муку. И сюда. И будет у нас хороший вкусный подлив. Вот сейчас, естественно, у меня, видите, как кипит? Вода-то горячая в чайнике. Сейчас я попробую на соль. Убавляю на самый маленький. И закрываю крышечкой плотненько. Здесь дырочка есть. Мне всего достаточно. Все, пусть тушится. А я разведу сейчас муку в стакане. Кружечку положу. Столовую ложку муки. Мне хватит. И залью холодной кипяченой водой. Ну, с полстакана. Так вот размешиваю. И когда у меня мясо будет готово, я покажу вам. Вот эту вот муку я туда волью. И положу еще сухие приправки. Лаврушечку кто любит. Я, может, лаврушечки чуть-чуть закину. У меня муж любит. А я не очень. Я ее ложу мало.
Вот такая жиденькая. И наш гуляшик будет такой по мере загустения. Ну вот. Размешайте только, чтобы комочков не было. И вот так я буду прямо сюда. Мешайте. Это мука у нас. Соль. Размешиваю. Я всегда так делаю, не знаю. Я показываю, как я делаю. Мяско я попробовала. Мясо уже готово. Вкусненько. А сейчас еще будет вкуснее. Да с пюрешечкой. Ой. Люблю с пюрешечкой. Так, смотрите, что мы сюда закинем. Вот такой вот я кусочек закинула горошки. Ну, не люблю я. Ну и, конечно же, моя сухая приправка. Здесь все. Знаете, аромат идет здесь больше от чего? Здесь у меня помидоры. Я все сушу. Перец болгарский. В общем, зеленый лук. Я нынче летом буду вообще все сушить. Вот когда лук обрезаешь, бывает еще зелень. Прямо все перышки буду собирать. Это такая вкуснятина. Что здесь? Укроп. Стрелки чеснока. В общем, все-все здесь, друзья. Все высушено. Потом я в блендере измельчила. Ну и еще у нас осталось одно. Сюда заправить укропчик. Сейчас я достану из морозилочки. Вот он. Вот он. Вот он, вот он. Вот он наш укропчик. Это же такая прелесть. Я нынче купила шпинат. Вот надо базилик бы купить. Сейчас он разойдется. И это. Шпинат никогда не садила. Хочу попробовать. В общем, гуляшек мой готов. Все. Очень вкусно. Вот, ребята, сейчас будем кушать. Гуляшек наш. Вон у меня внучечка пришла. Пюрешечка разогрела. Так, мы сейчас возьмем вот такую ложечку. О. Да, Саша? Да. Вот такой у нас будет обед, ужин. Не знаю. Вот. Шурочки. Это моя внучечка Шурочка. Давай, кушай. Хлебушек надо? Мы ее назвали в честь моей мамы. Моей мамы. Это ее, получается, прабабушка, да. У меня маму звали Александра. Это у нас тоже Александра. Ну, все, кушай. Пришла? Говорит, бабушка, что-то я проголодалась. Я говорю, ну, так что? Так. Огурцы вот порезала, маринованные. Ну ей нельзя. Тут вот блинчики остались. Хлеб будешь диетический? Не будешь. Сейчас Миша еще придет. Вот курочку нажарила. Напекла. Если хочешь, бери курочку еще. Хотя они у меня уже слопали, ребята. Вот, так я пошла в магазин, потому что у меня замороженное. Снова купила упаковку филе. У меня в морозилке-то есть. А когда она оттает? И снова запекла в духовке. На этом я буду заканчивать свое видео, мои хорошие. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем доброго здоровья. Всем пока-пока. Саша, помаши ручкой. До свидания, друзья.